Всем здравствуйте, девчонки! Привезли мне доставочку из Сбермаркета, заказала продукты в магазине «Лента», город Воронеж. Использовала промокод. Как раз собиралась, как обычно, где-то раз в недельку, полторы, заказываю продукты. Если набираются бонусы, спасибо, естественно, их использую, но в данный момент у меня их там не было. Думала, что же придумать, посмотрю, поищу акции. И раз смотрю, мне приходит на почту сообщение, что вам промокод при заказе от 1500 рублей скидка. Думаю, ага-га-га-га, очень даже вовремя. Но скажу, небольшое удивление у меня вызвало то, что изменилось на доставочку. Теперь сумма. Минимальная сумма в магазине «Лента» теперь от 3000 рублей, девчонки. А было, по-моему, ну где-то в районе 1500. А в магазине «Метро» от 4000 доставка на дом. Курьерская доставка. Ну, представьте, это прям как-то существенно, да? Все-таки для продуктовых магазинов 3-4 тысячи, ну, это уже как-то не так часто будешь заказывать. Ну, ладно, посмотрим. Хотя цены сейчас растут, девчонки, сейчас, может, и уже 3 тысячи, это будут не деньги, да? Ну, взяла вот 30 яиц. Самых свежих. С0. 1 марта дата выпуска. Упаковки или сортировки, как написано. Сейчас прикинем, сколько они стоили. 285 рублей. Сейчас вот я зашла посмотреть по ценам. Кое-какие позиции уже стали дороже, девочки. Вот так-то так. Бананчики мне привезли. Бананы, по-моему, по 79 рублей килограмм. Ну, говорю, цены ориентировочные, потому что могут меняться. Вдруг какие-то акции, если повезет, или наоборот, дороже они будут. Мандарины на 185 рублей, 1,5 килограмма. Звонил курьер мне, предложил заменить. Я какие-то другие заказывала, эти мандаринки. Сказал, что они, по-моему, или отвратительные. Вот, и предложил хорошие мандаринки другой производитель. Но я вижу, что это написано «Пакистан». Ну, ладно. Пакистан так Пакистан. И картошки. Девчонки, чтобы не таскать, не надрываться. Картошка у них хорошая, замечательная. По крайней мере, до этого было все нормальные. Нет ни гнилых, ни каких-то черненьких. По 35 рублей картошечка тоже нормальная цена. Давайте посмотрим дальше. Еще один большой пакетик. Тут, наверное, у нас что-то вкусненькое будет, да. Рыбки заказалось. Таки 8 марта на носу. Опять же, младшему сыну передам еду, может быть, завтра. Если сами не приеду, значит, также по старинке курьером отправим. Пусть им тоже. Они молоденькие, учатся. Конечно, денежек не хватает. Так, вот такой был неплохая цена на черкизовский сальчичон. 490 рублей, 700 грамм. Нормальная цена. Иногда у них по 700, это как колбаска бывает. Понравилась нам грудинка. Младший сказал, ему не надо. А мы, в нашей семье, мы с горячим нормально идет. Немножечко с борщицом, супчиком. Вполне себе хорошо идет у нас такая грудиночка. Сыну сливки отдам. У меня еще там оставались. Не стала себе брать. По-моему, подороже в этот раз. По 111 рублей они. Масло. Точно такое же, как и в прошлый раз. 450 грамм. 274 рубля. 72,5%. Отличный состав, пастеризованные сливки, больше ничего нет. Поэтому можно брать, я вам скажу.
сына, раз не хочет грудинку, карбонат передам. Ну, до 22 марта годность. Ну, пойдет. Кстати, пока заказала, смотрю, мне прислали сообщение, что снизилась цена на карбонат. Ну, там прилично снизилась, но уже заказ создавался, поэтому, естественно, я по старой цене купила. Ну, ничего страшного. Дальше у нас идет филе. Тут за килограмм куриное филе было 280 рублей. И там плюс-минус, если считают, тут, например, 996 грамм написано. Грудка с кожей 200 рублей за килограмм. Еще коробочка филе идет. Как вы поняли, одна сыночку пойдет. Тут чуть больше килограмма наоборот. 5 марта. Дата изготовления упаковки до 12 марта. Ну, вполне, вполне нормальные сроки годности. Еще у нас пакетик остался. А в этом пакете у нас минтай. Вот минтай как-то подорожал, я вам скажу, был он дешевле. Я что-то брала и 129 рублей, 800 грамм, или даже килограмм, 150 как-то стоил. В этот раз 243 рубля. Хотела взять немножко там дешевле, был на сайте, но сборщик позвонил, сказал, что такого минтая нет. 243 рубля. Ну, взяла. Тут он, по крайней мере, без головы тоже. Вроде бы на вид нормальный. Ну, что делать? Приходится приноравливаться обстоятельствам, да? Уже как бы всем понятно, что цены у нас повышаются, что выбора у нас нет. Все равно кушать надо каждый день, и не один раз в день, и детям помочь. Поэтому, девочки, вот такие покупки. Так что присмотритесь. Не упускайте такую возможность, регистрируйтесь, все равно это выгодно. Представьте, да, вот на 3000 я купила, вернее, даже на 3600, и из них 500 рублей скидка. Ну, в каком магазине, хотя цены такие же, как вы придете в обычный магазин, только сами еще сумки понесете, вот, а тут еще у вас 500 рублей скидочка. Еще вам мальчики принесут, на порог поставят. Ну, хоть в этом, да, какая-то вот выгода есть. Ну, спасибо за просмотр, вот весь мой заказик. Всего вам доброго, удачных, хороших покупочек и, главное, стабильности и спокойствия на нашей планете. Всем пока. Всех девочек с наступающим 8 марта, девочки. Вы хозяюшки, вы матери, вы жены. Я вас понимаю, как мы все переживаем за все, что происходит в мире. Ну, держимся, держимся. Надеемся, что все наладится. Все, пока!